Сегодня к нам поступила собака. Мы забрали девочку в очень тяжелом состоянии. От нее стоит ужасный запах, просто в помещении находиться невозможно. Раковая опухоль. Сейчас врач ее будет осматривать и увидите, чем дальше закончится сегодняшний день. Едем дальше. И вот очередной пациент приюта «Верность». Бродячая собака, которая бродила не один год с раковой опухолью. Поступила к нам. Но, к сожалению, так как поступила она очень поздно, и опухоль уже выросла в брюшную полость, она неоперабельна. Это четвертая стадия. Скорее всего, аденокарцинома. Вот. На данный момент мы можем только улучшить качество жизни этого питомца, чтобы он дожил, меньше мучаясь в нашем приюте. Соответственно, назначим кортикостероиды. Возможно, еще прокапаем цитостатики. Но не факт, что он их переживет, так как собака сильно истощена и уже здесь слишком запущено все. Вот, поэтому назначаем обезболивающие кортикостероиды. Обрабатываем уже гниющее новообразование с очень неприятным запахом. Вот. Собака уже не молодая. Где-то она была под присмотром лет 7. Теперь только ее привезли. Сколько лет ей? Около 10 должно быть где-то. Примерно. К сожалению, операцию сделать мы не сможем. В общем, этой девчонке не повезло. У нее рак. Врач поставил диагноз, что оперировать смысла нет. Врач, если сказал так, значит так. Вопрос в чем? Но она в тяжелом состоянии, и оставить ее без помощи мы не сможем. Отнимать жизнь за день или за два раньше мы тоже не станем. Может быть, за неделю, может быть, за месяц. Пока она не скаулит, пока она ест, пока она не просит глазами смерти, мы этого делать не будем. Как только мы увидим, что это для нее будет не втерпеж, мы выключим ее жизнь. Потому что это единственное правильное решение. Поэтому на данный момент она остается в приюте. До того момента, до последнего момента, скажем так, все. Больше мы ничего для нее сделать не сможем. Извини, все. Извини.